Сегодня, 28 июня, урна с прахом Юрия Шатунова была захоронена на Троекуровском кладбище. На церемонии захоронения присутствовали самые близкие для Юрия люди. Жена Светлана с детьми, концертный директор Аркадий Кудряшов и друзья музыканта. Прах певца разделили на две части. Вторую часть праха Юры увезут в Германию. Останки будут развеяны над озером, где он любил рыбачить. Таково было желание самого Юрия. Скоро начнем подготовку по установке памятника. Думаю, будет монумент из бронзы. И еще осталось много неизданных песен Юры. Все это надо выпустить, чтобы память о Юре осталась на долгие годы. Одна из последних песен была пророческой. Мы вчера ее на поминках впервые слушали. Такое ощущение, что поет человек, который закончил свой земной путь. Поделился планами директор Шатунова Аркадий Кудряшов. Напомню, кумир миллионов ушел из жизни в результате сердечного приступа. Ему было всего 48 лет. Как говорил помощник певца, спасти Юру было невозможно. Разрыв сердца. А если вы тоже помните и любите песни группы «Ласковый май» в исполнении Юрия Шатунова, поставьте лайк и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео.